знаю, вообще концерт нереально играть после таких известий. Я не могу перестать думать о Тимуре, это пиздец. Я знаю, что был бы он сейчас с нами, он бы продолжил этот концерт. Мы должны преодолеть эту боль. И он бы не хотел, чтобы концерт останавливался. Потому что он очень поддерживал эти инициативы Animal Liberation. Он был активным участником. Ну вот о том шанса одного моста, может быть он больше гораздо. И то есть мы действительно очень до сих пор надеемся, верим, что он выживет и что он жив вообще сам. Неважно. В общем, просто сложно что-то говорить. Надеюсь, что не подтвердится никакая информация.